Привет, друзья! Готовить фаршированные яйца довольно быстро и несложно. Это очень простая, недорогая и вкусная закуска для праздничного стола. Никаких особых хитростей в этом рецепте нет. Просто предлагаю вам очень вкусный вариант начинки с грибами. Мелко нарезанные шампиньоны и лук обжариваю на сковородке с растительным маслом на небольшом огне приблизительно 5-7 минут. Теперь солю начинку. Вы можете добавить специи, которые любите. Вареные яйца разрезаю пополам и достаю желтки. Желтки солю и хорошо разминаю вилкой. Добавляю грибную начинку и все хорошо перемешиваю. Добавляю майонез и все ингредиенты тщательно перемешиваю. При помощи кондитерского мешка наполняю половинки белков приготовленной начинкой так, чтобы образовалась небольшая горка. Фаршированные яйца украшаю мелко нарезанной зеленью и долькой огурца. Замечательная закуска к столу готова. Оригинально, эффектно, аппетитно и очень вкусно. Получается очень сбалансированный и гармоничный вкус начинки. Берите такой рецепт на заметку, готовьте с удовольствием. Простое, но пикантное блюдо. Друзья, ставьте лайки, если вам понравился рецепт. Пишите ваши комментарии под этим видео. Подписывайтесь на канал. Буду делиться с вами новыми вкусными рецептами. Всем пока!